Это давеча, и мы продолжаем. Чаще всего кировчане жалуются на плохое освещение улиц. В Общественной палате области подвели итоги акции «Темный город». В течение 2 недель активисты собирали жалобы на вечернее освещение улиц от жителей города и области. По итогам стало известно, 58% обращений связаны с плохой работой фонарей на улицах, 42% обращений – это жалобы на темноту во дворах, и еще 10% жалоб на то, что света нет около детских садов и школ. Много звонков поступило с улицы физкультурников. Также кировчане жаловались, что у гимназии имени Грина пешеходы часто передвигаются на ощупь. Говорят, там все плохо с фонарями. Также темно у 48-й школы на Октябрьском проспекте. Поступило более 190 обращений жителей Кировской области. По результатам горячей линии направлены обращения от общественной палаты в администрацию города Кирова и муниципалитеты для принятия мер в пределах данных компетенций у этих образований.